Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы и Всадники Олуха. У нас с тобой 15-й день, и я забираю 300 тысяч древесины. Неплохо, правда, древесины у нас и так много, ну ладно, пускай идет в копилочку. Так, здесь нам Беззубик принес все-таки флаг, отлично. Я его именно за флагом и отправлял. Вот она, Беззубик, летим. Отлично, мы еще с тобой получаем 150 тысяч древесины и плюс 10 рун. Мама, я тут подумал, теперь ты можешь вернуться домой. На Олухе все изменилось. Ох, Икинг, люди не меняются. Я не могу вернуться на Олух с тобой. Но ты можешь остаться со мной, мы будем защищать драконов вместе. Подумай над этим. Да, сынок, в идеальном мире, но мир далек от совершенства. Мама что-то сопротивляется, да, идти к нам сюда, на Олух. Она где-то там на отшибе живет. Так, ну что, мы с тобой будем открывать бесплатно загадочный пак. Давай, с удовольствием, хочу посмотреть, что нам здесь выпадет. Так, крылатый ужас, душитель, громорог отпрыск, ну и ресурсы. Плюс шестеренки. Ну тогда давай уж заодно и бесплатно откроем следующий пак. Монеточки. А вот здесь, ну, ресурсы должны быть одни, да. Отлично, блин, у нас очень мало рыбы с тобой, очень мало. Так. Нифига, водорез, 200 тысяч рыбы притащил, вот это круто, вот это я понимаю. Так, а ты-то почему у меня просидел здесь, а? Вот халявщик, иди давай за древесиной. Блин, ну где мне столько рыбы-то много достать, а? И этот просидел, ты посмотри на него. Так, у него 42 уровень. Да, иди давай добывай. Я отправил его за древесиной. Хотя нам нужна рыба. Так, я могу прокачать. А стоит ли? Нет, не стоит. Ты скажешь, а почему не стоит? Потому что я качаю ребята других. И они находятся в ангаре. Так, в данный момент это у нас с тобой шепот смерти. Упс. Че, уже все что ли? Блин, вот я об этом говорю, что рыба кончается моментально. Ладно, давай посмотрим, что у нас зеленая смерть там принесла. Так, рыбку плюс янтарь. Иди дальше, ищи. Так, а что у нас тут? Сморкало или как тебе там? Астрид, нам нужно построить новые. Ой, кажется, кто-то заплел твои косички слишком туго. Это Икинг, боюсь, он задумал что-то опасное. Ух, я уж было подумал, случилось что-то необычное. Пойдем, поможешь мне кое-что построить. Так, теперь посмотрим, расскажет ли мне Астрид, что происходит с Икингом. Так, постройте на Олухе ферму Яков. Я сделал. О, наконец-то 150 тысяч рыбы дали мне. Ты хорошо управляешься с топором, Астрид, и с молотком. Ну что, ты позабыла о своих тревогах, пока работала? К сожалению, нет. К сожалению, может, к счастью. Сын, пойдем со мной. Чтобы защитить деревню, нам нужно расширить территорию и добыть больше ресурсов. Постой, пап, ты никогда не рассказывал мне о Драго Блудсвисте? От одного упоминания о нем у меня кровь в жилах стынет, сын. Пойдем, поможешь мне, и я тебе все расскажу. Мост готов, надеюсь, ресурсов на новой территории будет достаточно, чтобы дать отпор Драго. Так, 150 тысяч древесины мы получили с тобой. Затем Драго сжег зал совета дотла. Спастись удалось только мне одному. Но это было давно, отец. Может, его удастся образумить? Я же сумел тебя переубедить. Нельзя образумить того, кто убивает без всякой причины, сын. Так, Икинг теперь тут вступает, да? Икинг, ты же не собираешься оставить Олух? Ну, чтобы присоединиться к своей маме. Я не могу покинуть Олух, но, возможно, мне удастся уговорить маму жить с нами. Но если Драго нападет, вполне вероятно, что от Олуха ничего не останется. Икинг, постой. Надеюсь, я отыщу маму до того, как Драго найдет меня. Так, поищите Острокогтя в мокром лесу и поищите Громорога в Воющей роще. Слушай, давай начнем, наверное... Хотя, подожди, это мы с тобой успеем сделать, нам нужно... Вначале отбить вторжение. Кстати, ребята, помните, мы с вами искали снеговика, да? Так вот, я все-таки сделал это задание и получил вот такого вот дракона. Это эксклюзивный судноглот. Почемуч его звать? Вот такой вот он. Он большой, да? Посмотри, какой великан, так скажем. Так, ну что, блин, прокачивать у меня здесь
Да фигище кого надо. Кстати, мы же можем теперь дальше продолжить. У нас, слава богу, с тобой рыбка появилась. Так что давай. Ага, ага. Да ё-моё, ну что ты? На один раз всего лишь хватило. Не могу даже прокачать шепот смерти. А у нас есть какие-нибудь события с тобой? Есть. Во-первых, я вот это не доделал. А это у нас в раннем доступе. Понял. Ну что, давай тогда сюда быстренько с тобой забежим, посмотрим. Ага. Надо попытаться, ребят, пройти. 33% у нас пройдено всего лишь от всех испытаний. Хотелось бы глянуть. Блин, подожди, а я состав-то... Угу. Три волны. Ну что ж, попробуем, друзья мои. Не знаю, что получится у нас с вами. Так, змеевик начинает, да, тут пыхтеть. Так, синий кому наносит хорошее повреждение? Только красный, поэтому давай начнем с красных. Красных у нас с тобой все равно здесь нету. Смотри, что творит, а? Ну ты посмотри, что он вытворяет. На тебе. В кого бомбит? Вот даже как делает. Ты посмотри на него, а. Промахиваемся опять. Начинается вот это, 25. Ты смотри, какой я. И тому ему нужно звездануть, и этому. А если я вот так вот сделаю? Что ты на это скажешь, а? Этого, соответственно, мы с тобой добьем. Так, пристиголов. Ладно, бомби. Нам бы с тобой подлечиться не помешало бы. И желательно как можно быстрее. Так, этого ушатаем. Так, переходим с тобой на вторую волну. И здесь у нас кто? Водорез плюс скалотряс. Я начну, наверное, со скалотряса. Хотя водорез меня тоже здесь не особо радует. Он кто у нас? Он фиолетовый, да? Фиолетовый. По синим. Блин, наносит урон. Так, тут лечим. И бомбим. И бомбим. Раз, два. Так, водорез плюс скалотряс. Защиту понизил, а? Ты посмотри. Тут повышенная защита. Это прекрасно. Давай-ка я вот так, наверное, сделаю все-таки. Нам нужно с тобой как можно быстрее уничтожить скалотряса. Потом уже займемся водорезом. Норм. Ну что, водорез. Уклонение еще сработало. Шикарно. Давай я, наверное, вот так вот сделаю. Все-таки. Поехали. Так, он сейчас будет... Хотя ничего он не сделает, просто... Ага. Просто сделал удар. Ну вот, последняя волна. Тут у нас, ё-моё. Твою ж налево. Блин, не хотелось бы от этого получить. Ну ты сам понимаешь, что... Сон, ну и этот тоже мощный. Ладно, начнем с этого тогда. Блин, сейчас будет так, наверное, жарить. Офигеть. Можно, давай сделаем так, в сон. Норм. Поехали, раз, два. Так, пристиголов. Ай, ну как же так, промахнулся он. Ну промахнулся, ребята. Нет, тут лучше подхилиться нам. Раз, два. Так, добивай, пожалуйста, его. Добивай. Норм. Этот очнулся. Я не хочу, ребята, знаете чего? Чтобы он сейчас применял... Чтобы он применял свой сон. Ведь он может. Он может это сделать. Он специально, да? Вот специально тянет резину, блин. Слушай, ну инициативы не так уж много, в принципе, да? Блин, ладно, все-таки сделал. Оу, щит. На всякий случай, друзья мои, если будет запускать свой сон, чтобы он и сам себя успел. Но. Так, он решил хильнуться. Тогда мы сделаем с тобой еще вот так вот. Поехали. Усиленную защиту на себя повесил. Пока он накопит, у нас с тобой еще есть два хода. Один даже, я бы сказал, ход. Поехали. Раз. Так, так. Похитим, похитим у него.
Подожди, а это же не то, ребята, елки-палки, я все время путаю. Я путаю дракона, который похищает статы. Естественно, это не этот. Ну-ка. Чей ходит? А, он, все-таки он, да? Ну, что я тебе скажу? В принципе, победа тут за нами. Все. Я даже немножко удивился, что он не стал делать почему-то своих суперударов массового сна. Ну, давай-ка крутанем с тобой колесо. Дайте рыбы, рыбы мне, вот. Спасибо большое. Вот в данный момент мне нужна рыба. И очень много. Не меньше ляма, это точно. А лучше два. Потому что прокачкой драконов я занялся. Так, ну что, здесь мы с тобой забираем як-ног 200 штучек. И двигаемся дальше. Блин, там, конечно, дальше будет вообще люто. Тут уже, как говорится, нас припирают к стенке. А дальше я вообще боюсь представить, что будет. Так, пока у нас один дракон здесь, да? 12 уровня он. Сейчас будет огнем. А, нет, кусает. Поехали. Так, хиляться пока не стоит. Ой-ой-ой-ой-ой. Ветрокрыл, что-то ты стал промахиваться. Раньше не так часто, а сейчас что-то вообще прям. Раз за разом. Так, переходим на вторую. А, последняя волна. То есть здесь всего лишь. Ну, как ты видишь, тут 12 уровень. С кого начнем? Наверное, со змеевика злобного, да? Начнем с него, блин. Поехали. Загоним их в сон. И будем с тобой дальше бомбить змеевика. Так, пробиваем. Хорошо. Так, что он там? Посмотри, блин, наверное, нам надо будет подлечимся все-таки здесь. Один удар остается. Да, ушатываем его. Так, дальше что у нас? Нет, 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 нет. И по кому? Вот, значит, как он делает. А, слушай, а вот этот у нас, по-моему, фаерболы, да, бомбит, ребят? Начнем, наверное, с него все-таки. По-моему, он все-таки фаерболами бомбит. Этот, если просто у нас может таранить, то... Сейчас посмотрим. Так и есть. Так и есть. Свои фаерболы здесь выплевывает. Придется вот так сделать. Раз, два. Блин, ты посмотри, какие живучие, а. Минус, короче. Жаль, очень жаль. А этот сейчас... Раз, два, да? Нет, не раз, два. Так, бомбанули. Ну все, этому крышка. У этого не хватит же на разбег. Почему? 4 энергии нужно всего лишь ему. Блин, и этот... А, фаерболов нету. Все, ребята, фаерболы закончились. Вот так. Кого он будет бомбить? У нас с тобой есть отражение. Сейчас посмотрим, кого он будет... Ага, все, я понял. Здесь мы просто ударим. Здесь поставим отражение. А он сейчас переключится, наверное, на ветрокрыло. Так и есть. Надо посмотреть. На тебе. Атакуем, ребята, его. Сейчас он опять, наверное, будет разбег свой делать. Вот, вот это хорошо сделал. Я, наверное, тут все-таки врублю лечение. Потому что сейчас будет бомбить. Кого-то будет сейчас разбег уничтожать. Скорее всего, сардельку. Скорее всего, его. Да еще и уклонились мы. Это что-то с чем-то, ребят. Такое очень редко бывает. Чтобы враг сделал супер... атаку и промахнулся ей. То есть это победа за нами. Это я тебе точно говорю. Норм. Я очень этому рад. Давай посмотрим, что нам здесь с тобой выпадет. Энергия. Отлично. Неплохо. Так, у нас с тобой есть? Да, еще есть куда стремиться. Поэтому погнали. Тут у нас 100 рун на кону. Ну что, была не была. Тут три волны. Громорог плюс душитель. Начну я, наверное, с душителя все-таки. Громорог тоже, конечно, силен, но не настолько. Тем более он зеленый. Он больше как страж. А вот душитель, да. Душитель может нам помешать очень сильно. Минус. Так, мы с тобой еще успеем хильнуться, кстати. О, начинает
размениваться, чувачок. Это зря. Так, я, наверное, хилку тут врублю. И будем... Подожди-ка. Вот так вот лучше. Так, он что, он тут будет сам себя бафать, что ли? Я сомневаюсь. Поехали. Так, удар хвостом. Дальше вот так вот. Блин, ну опять началось, а? Сосед начал, блин, ремонт, ё-моё. Струга сейчас еще, не дай бог, свой перфоратор достанет. Это будет вообще люто. Ну что, у нас с тобой третья волна. Так, а здесь два престиголовых плюс... И они все фиолетовые, ребята. Я начну, наверное, с водореза все-таки. Попробую сейчас его ушатать. А уже потом престиголовых будем бомбить. Ух. Хорошо, что у нас здесь усиленная атака. Сейчас мы втроем с тобой вжарим. Во-первых, вот это сделаем. Сон. Чтобы они больше здесь, как говорится, не выпендривались. Уничтожаем водореза. Ну, а дальше... Так, все-таки здесь лучше, да? Минус. Это вторая волна, получается, да? Да, вторая. Ну и дальше добьем этого. Переходим на третью. Что у нас тут? Босики. Ох! Два водореза. Два водореза, ребята. Ну, лучше, наверное, вот так вот сделать с тобой. Так, нам бы дожить с тобой до массового сна. И усыпить, соответственно, всех. Вот так вот. Будем начинать, точнее, продолжать добивать центрального. Так, блин, вот с какого перепугу он начнулся, а? Не должен был. Так, теперь, естественно, хиляемся. Блин, у нас сейчас с тобой тут так паршивенько все. У этого пониженная атака. Ну-ка. О, а что так слабо бомбишь-то? А, ну он фиол-фиол, понятно. Он тоже по нам не очень хорошо сильно бомбит. Тут залечиваем раны. Вот зелень, она должна хорошо бомбить. Но она почему-то промахивается, понимаешь? Понижает мне защиту. Продолжает бомбить. Ушатали. Так, здесь я, наверное, все-таки вот так сделаю, ребят. Немножко усилим себе атаку. Поехали. Все, крышка даем. Ну вот. Блин, я боюсь представить, что дальше будет. Уже 12 уровень у противников. И забираем с тобой 100 рун, по идее. Отлично. Так, что у нас дальше? Идет бой. После боя мы получаем с тобой пак. Это круто. Но здесь нужно еще победить, прежде чем забирать пак. Но у нас с тобой сколько энергии-то, кстати, мы уже собрали? 2, получается 4. Но тут уже 3 волны, да, 4 энергии плюс 2 груши. Так, злобный змеевик у нас тут выступает. Твою же налево, блин, ну сарделька, ну ты как всегда, а? В своем репертуаре промахиваться ты просто сам не свой. Так, начинает, ребята, распаляться на всех. Это уже хорошо, соответственно, он тратит, как говорится, энергию, да? А мы с тобой сохраняем как можно больше хп себе. Так, ой-ой-ой. Тут краснухи, ну что? Будем, естественно, скалотряса бомбить. Хотя тут любого нужно бомбить. Что этого, что того. Так, давай быстренько их в сон. Пока они тут не разбуянились. И ушатываем скалотряса. Так, змеевик. Давай, доделай дело. Отлично, тут мы с тобой хильнемся, пока есть такая возможность. И продолжаем бомбить. Так, он, надеюсь, не будет сейчас ходить? Нет. Критани! Нифига не кританул. Блин, он успеет еще сходить. Кого? Понятно. Лечимся, ребят. И добиваем. Так, это была вторая волна. На третьей волне нас кто тут поджидает? Водорез плюс шепот смерти. Начну-ка я с шепота. Ну, ты понял, что он тут начинает творить. Хиляемся. Они, соответственно, начинают добивать кого? Вот у того, у кого меньше всего хп. Я это уже заметил. Это как в черепашках-ниндзя. Так, а этот все-таки не отстанет, да? Нет, почему-то переключились. Интересно, что их подвинуло на то, чтобы переключиться именно на моего барсика? Не знаю, ребят, видимо, они увидели, что здесь
Упс, что здесь была защита? Ну ты понял, да? Он опять вернулся к прежней цели. Тогда я сделаю вот так вот. Просто хочу посмотреть, будет ли он атаковать его или нет. Ветрокрыло моего. Да, он атакует. Значит, я вовремя поставил, да, защиту. Найс. Ну вот она победушка. То есть, что мы там с тобой? Пак сейчас забираем. Крутим колесико и смотрим. Дайте рыбы. Так, спасибо большое. 150 тысяч, конечно, ну ладно, пойдет. Забираем с тобой пак. И вот, как говорится, около финала мы с тобой. Тут у нас будут боссики. И в конце самый мощный босс, с которым, скорее всего, я не справлюсь. Да у меня и энергии не хватит до него даже добраться. Так, ну что, волна одна из трех. Опять у нас тут эти ужасные чудовища, да, красные. Наверное, придется тут с тобой нам потратить уже энергию. Посмотрим, как пойдут дела. Ой-ой-ой-ой, что они вытворяют? Так, хиляемся и бомбим. Раз, два. Мне вот что нравится у Ветрокрыла, что у него массовая отхилка. Кого бомбить? Все, я понял, кого они, ребят, переключились. Нам с тобой, наверное, я не знаю, хиляться как бы надо. Надо его выручать. Сардельку я не собираюсь как бы ее терять. Ого, смотри, что творят, а. Так, я, наверное, знаешь, что делаю? Вот так вот. Лучше я хильну. Ага. Так, ну здесь хилять уже никого не надо. Просто удар хвостом. А он сейчас все равно будет бомбить. Ну, конечно же, конечно же. Я на всякий случай, ребята, сделаю баф. Это уже для следующей волны. Так, и хильнемся. Сейчас вжарит свои суперат... Нет, не успеет он. Нормуль. Так, вторая волна. Кто у нас тут? Змеевик и Престиголов. Вот они как. Вот они как, да? Ага, разделились. Ну что ж, давай змеюка, наверное, с тобой ушатывать. Тут хильнемся. Так, сейчас будут... Ага, вдвоем они ходят, потом мы втроем. Окей, меня это устраивает. Минус, отлично, ребята. Так, здесь, наверное... Да, я лучше подхиляюсь. Нам нужно как можно больше здоровья оставлять себе для третьей волны. Но также не хочется, чтобы вот этот вот сморчок сделал свою суператаку. А все идет именно к этому. На тебе. Добить не сможем, да? К сожалению. Так, сколько ему... Да, ему 4 энергии нужно для того, чтобы сделать свой суперудар. Плохо. Хотя... Сарделька выжила. Кто тут у нас? Громобой плюс душитель. Громобой плюс душитель. Блин, по идее, громобоя надо бы бомбануть в первую очередь. Но фиг ли тут, ребят. Сделаем так. Пока не... Я надеюсь, громобой уснет. Уснул, шикарно. Мы с тобой, значит, займемся душителем. После душителя уже переключимся. Я надеюсь, успеем хильнуться тут и сделать все дела. Так. Сарделька потом ходит, да? Сарделька, добивай его. Отлично. Так, ну вот и громобой, как говорится, у нас на разборке дня. Так, смотрим за энергией. Как только он накапливает себе достаточное количество, надо будет либо в сон его вгонять, либо что? Либо бафаться. Почему бафаться, ребят? Ну, чтобы нанести, соответственно, больше урона. Чтобы нанести больше ему урона. Так. Тем более, это последняя волна. Слушай, по-моему, ему кранты. Мы его сейчас ушатаем. У нас тем более фулл энергия. Да все, все, все. Можно даже вот так вот сделать. Выпендриться, прикинь, сейчас промахнемся. Нет, попали. Ну и отлично. Давай посмотрим, что нам здесь достанется. Давай, давай, рыбу. Оу. Неплохо. Лямчик рыбы, ребят, заработали сразу же. Так, и забираем что, якнок, что ли? Точно. Короче, я тебе скажу следующее. Нам всего лишь один бой нужно сделать, чтобы получить хороший пак. Я так понимаю, это ареновский, да? Содержит
Героических. Отлично. Героических героев, короче. Так, мы хотели с тобой что сделать? Защитить Олух, верно? Для этого нам... Подожди-ка. Хватает, что ли? Тогда ставим на обмен. Ставим на обмен. И где у нас там... Оборонка. Астрид всегда бросается в самую гущу сражения. Почему бы этим не воспользоваться? Отправляйтесь в налет на Олух, пока я занимаюсь подготовкой специального отряда. Мне кажется, он неровно дышит. Не то, что он против нашего острова что-то. Ему, по-моему, нужна Астрид. То ли влюблен в нее, то ли еще что-нибудь. Все время он за ней гонится. Так, ну ладно. Слушай, а что ты сидишь-то? Быстро за рыбой пошел. Давай мы с тобой сделаем оборонку. Не факт, что мы, конечно, с тобой здесь победим. Но постараться можно. К бою. Так, посмотрим расположение кораблей. Ага. Ну, что я могу сказать? Наверное, начнем с самого низа, вот отсюда. Потому что здесь еще баллиста. Ладно. В общем, беззубик у меня начнет вот отсюда. А вот водорез, скорее всего, отсюда. Правда, здесь, блин, баллиста, так ведь? По-моему, баллиста это. Она будет бомбить. Угу. И как ты видишь, она очень сильно бомбит. Попробуй, конечно, ушатать. Он успеет все-таки, да? Он уже уничтожил. На тебе. В плане, куда ты полетел-то? Я ж тебе... Господи, я тебя куда отправил-то? Ай, непутевый. Так, а тут-то еще что брыкается у нас? Что это за кораблик? Объясни-ка мне на милость. Так, один ключ мы сейчас с тобой профукаем, это факт. Да, к сожалению, продинамим. Да, ну и фиг с ним. Тут, там не особо шикарная такая награда, чтобы за нее трястись. Но зато мы с тобой отразили нападение. Победа за нами. Два ключика у нас все-таки осталось. И забираем с тобой награды. Давай вот этот откроем и вот этот. О, 6 рун. Я, грубо говоря, джекпот вытащил. Нет, Астрид, я не пойду. Это слишком опасно. Ты же знаешь, что это лучший план, который у нас есть. Не волнуйся, со мной будет Грамгильда. Что плохого может случиться? Рак. Да, действительно, что может быть плохого? Да ничего. Считай того, что мы можем здесь просто все погибнуть. Вот и все. Так, ну что, мы с тобой отправляем нашего беззубика. Подожди-ка, у нас задание же, помнишь, было? Так, острог когтя в мокром лесу поискать и громорога воющей рощи. Давай начнем, наверное, с громорога, пускай он его ищет. Бесплатно, конечно же. А эти-то у меня стоят пройдохи мелкие. Так, надо их отправить. Ага, тут уже мы с тобой получаем награду даже. Ну давай крутить колесо. Хочу, чтобы руны выпали мне. Но выпадет, как всегда, янтарь. Тусклый. 62 штуки. Ну и чего ты, Грамгильда? Хочешь прокачаться? Нет, я тебя отправлю, наверное, все-таки в путешествие. Лети. Так, Кривоклык, ты-то что нам вытянешь? Тут два яйца и руны. В принципе, любая награда будет неплохо. Но хотелось бы все равно руны почему-то. Ага. Вот так вот. Ну, этого мы отправим, ребят, потому что он у нас уже есть. Отпускаем его. 25 тысяч рыбы, да. Лети. Так, ну и, соответственно, его тоже отправляем в приключение. Так, летит. А почему у нас здесь Барсик сидит без дела? Скажи-ка мне на милость. С какого, блин, перепуга? Он там просто-напросто отдыхает. Я вот этого не понял. Давай, 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 Барсик, приключения вперед. Тебя ждут великие дела. Так, здесь мы с тобой забираем все награды, которые только заслужили. Так, откройте два набора карт. Беззубика в путешествие отправить. Так, получили рыбы. Дальше в приключения отправили драконов. Так, и легендарку отправили на поиски. Так, победить 5 драконов, ускорение и обучить 3 драконов. Так, а у нас рыбы как раз, по-моему, хватит для того, чтобы это сделать. Так, давай зайдем себе в ангар. Ты готов, парень? Окей.
Лети, обучайся. Так, теперь займемся громобоем. Блин, ну столько стоит. Жестко, мне не хватит, ребят. Твою же налево, блин, нужно 300 тысяч. Хотя у нас еще с тобой арена впереди. Можно на арене попробовать выбить рыбу. Верно? Ну да. Давай тогда с тобой... Погоди-ка, можем... А, у нас тут набор карт. Давай мы его откроем по-бренькому. Столом. Так, престиголов, громорог. Ну и вот ресурсы. Немножечко, да, получили с тобой. Что там еще? Древесина. Забираем. Так, это мне не нужно. Ну что, друзья мои, быстренько бежим с тобой на аренку. Так, ни одной нету, ребята, карты у нас. Поехали. Есть, как говорится, куда стремиться. Забить полностью все картами, да? Это как раз нам, наверное, на один пак. А второй пак уже мы с тобой займемся чисто выбивкой ресурсов. Ага, уровень вон какой дают нам. Начнем-ка, наверное, со скалотряса. Да, но у него такой подбор не кислый. Правда, вот лаварык, я вообще не знаю, ребят, для чего его берут. Я не вижу в нем никакого потенциала. Абсолютно. Атака маленькая. Спецудары идут только лишь на защиту, да? И все. То есть ни одного атакующего приема нет. Вот этот скалотряс, это да, это мощный чувачок. Ну, ать, не получилось. Ребята, кто будет ходить? Мой? Если мой, мы тогда всех в сон, да. Потому что я уже смотрю, там вражеский ветер. Уклонение, ты понимаешь? Уклонение. Это говорит о том, что он сейчас будет в ответку мне. Странно. Странно, что-то происходит здесь, ребята. Странно, странно. Ну-ка, давай хил. Нет, хил не надо. Не надо никакого хила. Нам придется все равно его сейчас... Вот так сделаем. Сейчас, либо сейчас в сон загонит. Ну. Так и есть. Так и есть. Ё-моё. Смотри-ка, он тоже промахнулся. Он тоже промахнулся. А вот мы. Мы-то, наверное, вжарим все-таки. Отлично. Так, добивай. Твою ж дивизию. Фух. Фартануло. Ребята, просто фартануло нам с вами. Ну что, лаварык, допрыгался? Думал, да, тебя ветрокрыл прикроет, а вот дудки, ничего не выйдет. Отдуплись и, как говорится, преклонись перед нами. Да, ребята. Какую карточку мы с тобой получаем? Точнее, пак, можно посмотреть? Обычный, жаль. Так, друзья мои, трех дракончиков мы с вами одолели. Надо еще семерых. Все зависит от того, кого тут нам дадут. Соляночка, отлично. Ну там, по-моему, шапокрыл, да? Появился, да, именно он. И красный костолом. Поэтому я начну с костолома. Он очень сильно дамажит по нашим зеленым. А зеленый, как видишь, у меня в команде больше всего. Вот сейчас будет. Ать, видал, как кусает? Слушай, а что у них так... А чё у них так быстрая энергия-то? Эй, я не понял. Офигеть можно просто. У них энергия моментально накопилась. В отличие от меня. Ну, нифига не получается, да? Сейчас что-нибудь еще замутит. Ай-яй-яй. Потеряем, да? Мы сейчас кого-то его потеряем, наверное. Живем еще. Еще, ребята, живем. Поехали. Так, минус костолом, надеюсь. А теперь будем заниматься с тобой... О, стоп. Вот этим. Вот этим надо заниматься, ребята. Надеюсь, он потратит все-таки свой отхил. Сейчас уничтожит меня. Ай-яй-яй. Подлец, что сделал. Смотри, не хочет, ребята, он тратить. Ладно. Ну, хильнись, хильнись разочек. Есть контакт. Он поставил, ребята, защиту. То есть это уклонение. Ребята, это было подленько. Ну что, надо разбирать.
Ты посмотри, он оборзел просто. Вообще, как он накапливает так энергию быстро? Ну вот скажи, вот как? Я вот этого не понимаю. Сейчас он звезданет еще своим вот этим суперударом. Нет. Он что-то другое, ребята, сделал. Какой-то отхил. Сейчас будем в сон вгонять их. Сейчас будем вгонять их в сон. О, прекрасно. Смотри, сколько дамага мы наносим с тобой. Хоба. И добьем. Да ёкалмана, ну что ты, сардели, а? Сейчас он в ответку мне бомбанет. Нет, он хиляет. Почему он не делает свой суперудар? Я не пойму, ребят. Вполне мог бы сделать. Он сейчас и сделает его, да? Да ты достал уже. Хиляет и хиляет. Ну, добьем, надеюсь. Раз, два, все. Давно пора бы так сделать было. Ну и, как ты понимаешь, мы с тобой Лаварыга, ну просто разберем, ребят. Шансов у него на победу здесь вообще не может быть. Пускай хоть тут защиту делает, хоть что, это бесполезно для нас. Так, мы с тобой еще пробафаемся на усиленную атаку и начнем его добивать. Че? Он еще и под защитой себе хил врубает, ты прикинь? Да чего, оборзевший. Угу, не выдержал, да? Пошел в атаку. Ну на, получи. Еще получи. Энергия по двоечке у него. А, ребята, ничья. Ничья, я не успел добить, я только сейчас увидел. Я только сейчас увидел, что он добивался. Он просто выжидал время. Ну что, поехали. Нам все равно нечего делать. Так, два фиола. Там прихвостень, да? Так, опять, как всегда, нам с тобой вырубили музыку. Сказали: Рэй, хватит тебе тут наслаждаться музлом. Посиди-ка в тишине. Ну что, начнем, наверное, с прихвостня с тобой. Ну, я тебе скажу следующее. Прихвостень уже практически, ребят, готов. Ну, он, естественно, будет сопротивляться. Нет, давай-ка мы, наверное, здесь лучше подлечим. Ай-яй-яй. Ты смотри, что вытворяет. Ты смотри, что вытворяет. Ну-ка, все равно я буду, ребят, его бомбить. Нормуль. Так, теперь у нас с тобой выбор. Либо уничтожать Громорога, либо хиляться. Слушай, на нас отравление повесили. Слушай, давай начнем с него так. Опа, уклонение было. Раз, два. Так, значит, мы с тобой Громорога оставим на потом. Блин, сейчас погибнет от отравления, либо он его добьет все-таки. Понятно, добил. Не пожалел, не пощадил, так скажем. Слушай, а в кого они там будут бомбить? Я не знаю, ребят, мы посмотрим сейчас, кого будут атаковать. И на того будем ставить отражение. Все-таки ветрокрыло, да, решили? Точно. Самое удивительное, что... Ага, вот так я сделал. Я не буду, ребята, ставить отражение. Попробую сейчас за один удар. Отлично. Ну что ты сделаешь, а? Ничего ты не сделаешь. Он обычно бафает, но баф на самого себя вешать — это как-то неэтично. Поэтому будем его тут дожаривать. Все, 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 успокойся, успокойся. Ай, не хватило. Чуть-чуть. Ну вот. Минус 3 дракончика еще. Ну что, друзья мои, последних двух драконов нам нужно с тобой победить. И как ты видишь, у нас еще один обычный пак. Кстати, я забыл его активировать. Вот, два... Ой-ой-ой, два фиола. Так там у нас кто? Тройной удар. Один из фиолетовых. Плюс прихвостень. Опачки. И громорог. Секунду. Секунду, ребята, начнем, наверное, с... Я вот всегда заметил, когда мы делаем с тобой первый удар по тройному удару, у нас всегда идет промах. Это что за фигня? Что, так специально, что ли, задумано? Я не могу понять. Ну, началось, короче, да? В России утро. Начинается разбор полетов. Я знаю, почему он, они хотят меня ветрокрыло бомбануть. Потому что сейчас у нас с тобой созреет суператака. И мы их всех загоним в сон. А им очень этого не хочется. Ух, нормуль. А вот теперь влупляем по полной программе. Ага, баиньки, как говорится. А мы начнем вот этого разбирать. Да чтоб тебе, ну вот хоть...
За игру, за один бой, наверное, пора за 4 промахиваться. Дракончики у меня. Ну, вот он, справедливость. Усиляем с тобой атаку. Ну что, очнулся? Очнулся, а ты уже один, да? Обидно. Так, что-то там. Все, ребят, ему крышка. Да выпендривался. А мы с тобой получаем первый пак вождя. 5 костолом, душитель, крылатый ужас, змеевик и Грамгильда. Так, давай-ка я, наверное, активирую один из паков. Ну что, поехали тогда дальше. Да, я знаю, что все ячейки забиты, и я все равно хочу продолжить. Пускай даже будут выпадать мне ресурсы, и я, в принципе, от них не откажусь. Опа-на! И вот как начинается у нас только второй пак, начинает выходить кревет. Как вот, знаешь, как по взмаху волшебной палочки. Ну куда же без него-то, да? Поехали, ребят, будем его пробовать уничтожать. Я надеюсь, вам не слышно будет, как соседушка там пилит дрова или что он там делает, я не знаю, ребята. Стругает что-то, короче, папа Карл хренов. Так, ладно, нет, лучше мы с тобой сделаем. Хотя, постой. Лучше просто мы ударим здесь. Нам нужно, знаешь, что сделать с тобой? Массовый сон. Это самое эффективное, что мы можем себе позволить. Иначе, все, ребят, иначе нам крышка будет. Так, раз, два. Надеюсь, выживет мой дружочек. Так, а теперь влупляем. Главное, чтобы кревет был подбит. Норм. Так, а вот здесь уже, наверное, все-таки... Блин, кого? Давай так сделаем. Будет атаковать? Черт его знает, будет он там атаковать или нет. Я просто хочу хильнуть еще. Вот что мне нужно было. Все. Нормулька. Теперь живем. Погнали. Раз, два. Это сейчас, правда, очнется. Раз, два. Так, 2х пошло, да? 2х. О, давай-ка вот так. Твою ж, блин. Не могу, прям бесит, а. А он еще и хиляет, ты прикинь. Он еще решил хильнуть тут. Естественно, они не отстанут от сардельки, от моей. Вот. Как пить дать. Раз, два. Все, да? Отлично, ребята. Уничтожаем с тобой громорога. Все, хочется сказать громобой, но это громорог. Так, по хпшкам, что он там будет сейчас? Защиту ставить? Нет, хиляется. Он хиляется, давай, наверное, его траванем чуть-чуть. Тут мы сделаем хил. И уже просто будем его бомбить. У него, правда, усиленная защита стоит. Теперь он защиту на себе влупил. Понял? На тебе. Он достанет. Давай-ка усилим. Я, короче, понял, ребята, что он выжидает. Все, все, до меня доперло. Он хочет сделать ничью. Надо нам как можно быстрее его бомбануть. Я не согласен ни на какую ничью. Я совсем же забыл, что когда один дракон остается, у тебя сколько там дается? 7 или 8 ходов, и после этого у тебя переходит в ничью. Но не в этот раз. Так, 7 еще нужно бомбануть. Давай смотреть, кто нам тут достанется. Ага, 2 зелени плюс синька. Лаварыга можно не трогать, вот ветрокрыл. А, тут еще и... Понял. Ну, естественно, будем с этого. Так как всегда, ну что ты, блин... Ты, кстати, посмотри, какой уровень у них. Да-да, 13-й, 12-й. Угу. А у меня только 12-й. Кто? 1. Ну что, что тут можно сделать? Наверное, блин, хотел... Ладно, фиг с ним. Давай вот так вот сделаем. Я уже, кстати... Оу, щетас. Все, тут крышка, да, наверное, скорее всего. Да, потеряли мы с тобой, короче, Барсика. Ага, Барсик выжил, ребят. Из последних сил. Ну его сейчас добьют, это понятное дело. Блин, мне бы дожить как-то... Опа, уклонились. Ну вы будете просыпаться, отлично. Че, опять что ли? Нет, у него не хватит. Ребята, у него не хватит. А вот потом мы с тобой сделаем супер. В плане, а почему? Офигеть. У меня не хватило бы на супер атаку. Да ну, я не смогу их, ребята, уничтожить.
Ну, не хватает, как ты видишь. Все, нас сейчас опять в сон загонят, наверное. Не могу. Не получается у меня их пробить. Только лишь через отражение. Да и то вряд ли я успею это сделать. Хотя успею, но... Что мне это даст? Ну, давай, бомби своей суператакой. По всем. Он же всех будет или только себя? Только себя, к сожалению. Надо было, чтобы он всех мог бомбить. Уклонение, да, тут... Не знаю, ребят. Да ничего не получится. Сарделька одна против... Такой орды. Не вариант абсолютно. Ну-ка, раз, два. Сейчас кончится, баф кончился у нас. Все, сейчас будет сон. Сейчас будет сон. Сейчас будет укус, потом еще укус. А, уклонение даже сработало. Ты посмотри-ка. Ну, что я могу? Все, ребят, в сон. Нас просто не выпустили из сна. Вообще никого не подбил у них здесь. До сих пор остается 7 драконов. До сих пор. Я уже хочу перейти на следующую арену, но не знаю, ребята, я вот думаю, если мы перейдем, там, наверное, еще жестче будут противники. И как мы там будем драться, я без понятия. Будем выживать, как сможем, да? Смотри, что у нас тут. Змеевик 11 уровня и кревет 12 уровня. Плюс это все красное, ты понимаешь? Сейчас они будут по укусику делать. О, сейчас будут, наверное, ветрокрыло брать. А нет, уклонение сработало. И опять музыку вырубили мне, да? А без музыки сейчас будем слышать, как соседушка пиликает на скрипке, ё-моё. Так, ладно, попробуем креветку все-таки ушатать. Если у нас получится, блин, фиг знает, получится, нет? Я боюсь, что он сейчас будет делать суператаку. Вот только в кого? Твою ж дивизию, в кого он будет бомбить? Давай вот так вот сделаем. Ребят, навскидку чисто сделал. Хотя будут, наверное, бомбить. Ну-ка. Твою ж налево. Ну, конечно же его. Ну, кто знал, что вот так вот они будут делать? Я не знал лично. Я надеюсь только на одно, что мы сейчас с тобой уничтожим кревета. А потом вот это. Или вот это лучше. Вот этого, наверное, все-таки. На тебе. Так, усиленную атаку. Ну, давай усиленную атаку сделаем. Знаешь, что мы потеряли с тобой сардельку, потому что сейчас он ушатает. Тут и думать не надо. И вот все, что у нас с тобой осталось. Как тут будем с тобой? Без понятия. Просто без понятия. Они распишут, ребята. Ох, опять по зелени удар. Угу. Этот добьет, скорее всего. Что не утворяет здесь, а? Раз, два. Сюда удар сделать. Ну, давай сюда бомбанем. Опять этот, ну он запарил уже, ну серьезно ты. Этот добьет, что ли, получается? Надо было вот этого нам с тобой тогда уничтожить к ядрине фени, да и все. Ну, сон, предположим, сон. А дальше что? Дальше удар. Этот просыпается, кого убивает, понятно. А мы... Не может быть, лишь бы попал, ребята. Лишь бы он попал по нему. Есть, это чудо какое-то. Против таких бизонов мы выиграли. В лучшем случае нам еще нужно с тобой сделать два боя. Так, два синих плюс красный. Красный опять же у нас ко столом. И опять музыки. Шиш, ладно, будем. Ну, естественно, будем уничтожать красного, хотя тут еще, видишь, громорог, который может бафать. И, как всегда, наша сарделька промахивается. Хоть бы раз вот. Ну, не то, что хоть бы раз, хоть бы вот одну игру у нас с тобой идеально все прошло. Чтобы все били по два раза, не промахиваясь, естественно. А этот еще под усиленной атакой, ты посмотри. Сейчас попробуем, знаешь, что сделать с тобой. Если выживем, массовую атаку на сон врубим. Ну и будем потихонечку их дальше уже разбирать. Если выживет у меня, естественно, ветрокрыл. А в этом большая, ребят, проблема может быть.
Так, выживает. Все. А почему? Блин, они мне понизили, ребята, атаку. Просто понизили. Сможет он? Вряд ли, да? А если я сейчас не буду его атаковать, 100% кто-то будет другой бомбить. И это, скорее всего, вот этот хмырь. Как всегда, промашка, ребята. А ты сможешь? Нет, тоже не сможешь добить. Что у нас сейчас тут происходит? Этот 100% будет атаковать. Смотри-ка, нет. Друзья мои, он не стал этого делать. Тогда мы с тобой вот так вот сделаем. Риски. Просто офигенно. Он же спит, еще спит. Раз, два. Вау. Да ладно. Ты понял, что у нас вышло? Ну, вот сейчас крышка, конечно же. Но это уже, ребят, не страшно, потому что их в меньшинстве. И мне кажется, он будет атаковать именно сардельку. Хотя синька промашку дал парень. Давай атаку еще одну. Ну все, я думаю, что сейчас будет ему крышка. Сейчас он свой суперудар. Нет, ничего он не делает. А мы с тобой побеждаем. И это классно. Ну что, нам остается подбить еще одного дракона. Поехали. С одним драконом-то, я думаю, мы справимся в любом случае. Тем более, когда дают солянку. Но там крылатый ужас. Ну ты посмотри, какие уже уровни стали давать. 13, 12, уже меньше нету. Меньше 10 уровня мне противников не дают. Я уже это заметил. То есть наслаждайся, как говорится. Выживай, как можешь. Вот и приходится, ребят, выживать, как смогу. Твою ж налево. Ну, естественно, без промахов. Так вот, ну, все, все. Тут, знаешь, ребят, ну как вот специально все делается, понимаешь? Все как специально. Ладно, если у нас выживет. Не знаю, не уверен, что он выживет. Но попробуем тогда загнать их в сон. Так, тут уже. Ага, костолом. Сейчас сардельку мне уничтожит, скорее всего. Крылатый ужас, что там будет делать? Все, ребят, сардельку мы с тобой потеряли. Ну, а теперь загоняем в сон. Нам всего лишь одного нужно, да, подбить дракона. И мы это с тобой сделали. Ну, давай на всякий случай попробуем двух драконов подбить. Змеевика надо тоже как-то одолеть. Уклонение, естественно. Ты в этом сомневался, что ли? Я нисколечко. Так, и последний. Кто? Ты очнулся тут, да? Тебя тут только не хватало. Сейчас укус будет. Ага. А ну-ка, быстро спать. Проснулся. Быстро спать в люлю. У него усиленная атака. Будем его прижучивать. Ага, кусь-кусь. Как думаешь, сможем мы его одолеть? Мне кажется, что сможем. Воу, нам повезло сейчас с тобой, крупно причем. Давай не будем рисковать сразу суператакой. Только бы попал бы он. Есть. Вот против таких бизонов выживаем. И это уже не первый бой. Ну вот и пак вождя. Давай откроем, посмотрим, что нам здесь достанется. Чудовище, ужас, шипорез, громель и прихвостень. Громель-защитник. Ага, барс и вепрь. Кстати, у нас это будет 474 тысячи рыбы, поэтому я могу, кажется, дапать нашего дракона, да? Точно. Ну что, пускай, наверное, летит обучаться. В общем, еще 3 уровня ему поднять получается, да? До 42-го. И кто-то там еще у нас с тобой прокачивается. Ну, практически, ребята, скоро будем с вами прапывать нашу деревню. Погоди-ка, а что я тут... Что я не забрал-то здесь? А, еженедельное. Вот даже как. Ну вот, вроде бы и все. Да, друзья мои. Ну что же, тогда мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.